Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 4 декабря. Так, ну, наверное, надо начать с того, что мы очень сильно и долго болели с 25 ноября. Еще не выздоровели. Самая здоровая на текущий момент, наверное, я. Уже без температуры и, скажем так, ну, пусть это будет остаточный кашель, хотя, мне кажется, кашлять я еще буду долго. У нас какая-то инфекция по городу ходит, и мы, в общем, заразились все друг у друга, даже не знаю, кто кого. Вот, потому что болели абсолютно все. Сейчас еще дети лечатся с антибиотиками, старший сын еще с температурой высокой. Но все прекрасно знают, кто меня давно смотрит, что у меня нет такой возможности, да, ничего не снимать. Хотя и так у меня ноябрь просто весь выпал из всего, с чего только можно выпасть. И я переживаю, жутко переживаю за то, чем это может для меня закончиться. Ничем хорошим, конечно же. Вот. И несмотря на то, что мы сегодня еще все дома, я уже вся напереживалась и решила попробовать начать снимать. В соседней комнате играет Максим, смотрит мультик. Я надеюсь, что все-таки мне удастся начать хотя бы снимать вязальный влог. Вот, потому что я потихоньку начала вязать с четверга, по-моему. Да, сегодня воскресенье. Я в четверг немножко повязала, в пятницу немножко повязала, вчера по чуть-чуть. Ну, в общем, до этого вообще даже сил не было спицы в руках держать. Ужасная болячка какая-то. Не помню даже, если честно, что так болели. Вот. Хочу начать снимать вязальный влог. Он получится, наверное, тогда длинным. Ничего страшного, больше денег заработает. Ну, я всегда абсолютно честна с вами, поэтому говорю, как есть. Конечно же, я приветствую все остальное. Я сама люблю длинные видео смотреть. Жду не дождусь, когда появится возможность хотя бы что-нибудь на ютубе посмотреть о вязании. Вот, но жизнь такая, да, что зачастую приоритеты расставляет за нас сама. Так, давайте я вам хочу что сказать вначале, что я не могу строить каких-то шикарных планов, пока у нас не закончится все больничные. Хотя бы младший сын, чтобы пошел в детский сад, ну, точнее, выздоровел, конечно же, полностью, да, и тогда уже пошел в детский сад, и тогда я уже более-менее начну что-то на что-то рассчитывать, что-то планировать. Вот, на текущий момент я могу только мечтать о том, что я свяжу или не свяжу. Мы начнем с того, что мне удалось довязать за эти дни. Сейчас я вам это все буду показывать. Так, у меня довязалась пара носков для Данилы. Вот, мы вчера, кстати, вызывали скорую помощь и готовились к тому, что Данилу заберут в больницу. И зная, что в больницах обычно очень холодно, я ему вчера пихала в рюкзак вязаные свои носки и понимала, ну, то есть новые, да, доставала из коробочки с носками, которые все никак не могу снять. И все планирую, никак не сниму. Доставала носки, которые вязала для него, и понимала, что какое счастье, что у меня вообще есть запас этих носков, да, что он может спокойно взять с собой несколько там пар, и у него будут точно ноги в тепле. Так, я довязала вот эту пару. Значит, носки у меня получились, ну, абсолютно идентичные. Полоска в полоску почти что совпала. Ну, может быть, есть небольшое смещение. Совсем небольшое смещение. Где-то вот здесь, да? Вот, после пятки, получается, здесь получилось синий-желтый, синий-желтый, вот так. А с этой стороны желтый-синий-желтый. Ну, короче, на пятке больше синего получилось. Но это настолько незначительная разница. И, честно говоря, в последнее время очень кайфую, когда носки получаются одинаковые. Не знаю, почему я раньше не подбирала секции. То ли ленилась, то ли просто не придавала этому значения. Ну, вот еще пятка вот эта более голубая, да? А так все, конечно, вот, ну, практически совпало. Вот, это бобинная пряжа у меня, напомню. У меня остался небольшой клубок. Я когда довязывала первый носок, я взвешивала остаток. У меня было 100 грамм бобинной пряжи. Я взвешивала остаток, ну, по крайней мере, я так покупала, да, 100. Не знаю, Саша, наверное, мне там бонусы какие-то намотала дополнительные, о которых я не знала, потому что
не взвешивала до начала вязания. В общем, теперь буду взвешивать и до начала вязания, чтобы понимать вообще, что у меня изначально, да, по пряже. В общем, я взвешивала остаток, у меня получалось 54 грамма, и поэтому я не продолжила вязать еще один раппорт в высоту Паралинка, да, чтобы у меня потом не получилось, что мне не хватит на второй носок. В итоге, когда я заканчивала второй носок, я понимала, что пряжа у меня остается. И сидела, и, честное слово, просто сомневалась, вязать дальше или нет, да. То есть мне, с одной стороны, и не хотелось вязать, потому что, я честно скажу, я очень расстроена, что у меня в ноябре все так получилось. Я понимаю, что по-другому и быть не могла, то есть, ну, это не зависящее от меня обстоятельство абсолютно. И как случилось, так случилось, но я не могу не быть расстроенной. Я реально очень расстроена, потому что были такие огромные планы. И на выпуск мастер-классов, и сюда на YouTube, и на Boosty, и на вязание, и на готовые работы, на новые процессы. Просто сумасшедшие были классные планы. И все вот просто коту под хвост. Ни одной готовой работы у меня в декабре, в ноябре. Боже мой, не дай бог сбудется. Ни одной готовой работы в ноябре у меня, по-моему, нет. По крайней мере, я не помню. Вот я очень переживаю, что я ничего не записываю опять. И обещала себе снова с декабря начать записывать все и постараться восполнить списки готовых работ. С апреля месяца, по-моему, я снова не веду. Хотя готовых работ, ну, довольно много. Плечевых много. Вот это, ну, как бы хотелось бы, конечно, чтобы визуально это все можно было ощутить. Короче, у меня осталась пряжа, в итоге я решила не довязывать, потому что мне пришлось бы тогда и второй носок распускать, или хотя бы распустить закрытие и вязать резинку вверх, и я решила, что нет, я не хочу, я закончу как есть. Я примерила высоту носка на свою ногу, да, то есть от пятки вверх, посмотрела, что довольно высокие, даже выше, чем мои обычные, вот, и решила, что оставлю как есть. Поэтому вот еще одна пара носков, здесь вот кончики сверху спрятаны, снизу еще не спрятаны, ну, надо будет заняться опять я вот с этими кончиками. Так, это, значит, бобинная пряжа Альтензия, по-моему, она называется, как-то так, девочки, и я к ней добавляла вот такую пряжу, сейчас покажу. Опс, все падает. Бардак такой у меня в стеллаже рукодельном, не представляете себе. Вот такая пряжа. Меня поправили, сказали, что всегда ударение на первый слог. И я теперь, как с этой с альпакой, да, альпака, альпака. Так и я сейчас не могу просто перестроить мозг на то, чтобы правильно произносить хаапсалу, получается, да. 100% мериносовая шерсть на 100 грамм 1400, извиняюсь, метров. Цвет 112, когда-то приходил из мира вышивки моточек вот такой тоненькой шерсти. Вот. Ну и пригодился наконец-то, чему я, конечно же, очень рада. Вообще обожаю, когда находится применение каким-нибудь моткам, такие, типа, знаете, серии заказывал когда-то посмотреть, что это такое, да, и с чем это едят, потом положил на полочку, и потом проходит время, и ты находишь этому применение, и это всегда такое сразу двойное счастье. Вот. Короче, пара носков готова, их надо обязательно постирать. А вот, может быть, даже сегодня и займусь, потому что у меня, кстати, там насобиралась стирка именно вязания. Мне нужно постирать свой альпаковый кардиган, потому что когда я температурила, я в нем спала под одеялом, одетая как капуста, еще и в шерстяном кардигане, и мне все равно было холодно, такая трясучка была жуткая. Вот, но температура была 5 дней, 39, это жесть. Это была жесть. Так, теперь еще я довязала наконец-то все мотивы, девочки, для пледа. Вот что у меня осталось в корзинке на дне. То есть это, в принципе, все я опять же убираю в остатки. Оставлю только вот этот молочный цвет, потому что теперь мне эти все мотивы нужно соединить. Вот это все можно смело убирать уже в запасы полушерсти. Что-то уйдет в мусорку, вот это, например, да, то есть, ну, что это такое, зачем это хранить? Хотя, болезнь Плюшкина, она такая, не лечится, видимо. Ну, то есть, там еще, типа, бросово нить, там, набрать, не знаю, вспомогательный набор, да, что-нибудь такое. Вот этот моток ушел почти весь, вот этот синий, ну, то есть, я старалась так извязать, чтобы у меня как можно меньше именно клубочков осталось. То, что есть еще и другие цвета, там у меня оставалось, по-моему,
других синих и серых чуть побольше. Но я вот принципиально, чтобы и цветные, и чтобы побольше мотивов, побольше пряжи связать именно не столько количество, но еще и клубочки, чтобы поменьше вот этой мелочи оставалось. Значит, остался у меня от мотка Lana Gold еще клубочек после вязания 8 там мотива с хвостиком. А когда начала вязать, не знаю вообще, в чем проблема, но не думаю, что дело в болезни, заметила, что в этот раз Lana Gold какая-то такая, не такая, в общем, какая-то худее нить, тоньше, да, то есть это чувствуется. Она визуально вроде такая же, начинаешь вязать, и она как будто бы больше растягивается, то ли крутка какая-то плохая, то ли какое-то сырье, ну, да, не очень, не знаю, качественное. Так, вот этот мотив нужно было довязать. Да, на него не хватало пряжи. Где тут? Вот здесь, наверное, узел, да. Первый. И еще 8 мотивов мне не хватало до 120. Значит, вот таких 4. Зеленая серединка. Кстати, зеленая серединка, это тоже не Lana Gold. Это Vita, по-моему, Unity Light называется. Да, есть такая пряжа. 100% шерсть. Когда-то я вязала из нее шапку, и у меня остался малюсенький клубочек. И он сюда тоже подошел, хотя здесь, по-моему, 200 метров на 100 грамм. И еще хватило этого же клубочка вот на средний ряд еще 4 мотивов. Вот. И пупсик там еще остался, но вы видели. Так, на текущий момент у меня получается связаны, наконец-то, связаны все мотивы для пледа. И мне теперь не терпится начать их собирать. Но пока что нет возможности разложить это все на полу, да, посмотреть, как соединять эти мотивы. Я хотела сделать раскладку. Но сейчас понимаю, что, опять же, на фоне вот этого расстройства с ноябрем, да, с неудачным таким... Нет, ну, не могу сказать, что он неудачный. Он неудачный на вязание. На все остальное все прекрасно. Я закрыла очень много вопросов. Ко мне приезжал папа, мы увиделись, пообщались, хорошо провели время. То есть, ну, в целом, вообще сам по себе месяц ни с коем и просто не поворачивается язык, сказать, что он плохой. Но как бы было круто, если бы планы тоже свершились, да. Вот, и я решила, что я, похоже, начну собирать плед без раскладки. Просто буду брать мотивы, не похожие друг на друга, да. То есть, условно, если у меня тут... Ну, допустим, вот так, да, то следующий я буду смотреть, чтобы он не был похож на соседние. И я думаю, что от этого плед хуже не получится, он все равно получится прикольный, да, потому что он весь такой яркий, насыщенный по цветам. Поэтому, похоже, я начну на этой неделе, ну, в смысле, вот буквально, может быть, даже сегодня начну собирать мотивы по чуть-чуть, помаленьку. Это еще огромный кусок работы. Представьте, собирать 120 мотивов. Да, 4 стороны почти у каждого мотива соединить. И потом надо будет выполнить обвязку. Но, честно говоря, пока еще не знаю. Может быть, и не надо будет. Ну, я не представляю себе, честно говоря, пока эту обвязку. Но и сложно представлять, потому что пока-то и нет как бы готового изделия. Так, с мотивами разобрались, у меня освободилась корзинка. Я не думаю, что я буду здесь это все дело хранить, просто потому что это будет неудобно. Вот. У меня еще осталось 2 мотка Lana Gold, поэтому мне точно хватит на сборку, на обвязку, на то, чтобы получить готовую работу. И очень надеюсь, что в декабре это случится. Так, также я рассчитываю на то, что я все-таки закончу на этой неделе, на будущей неделе, да, влог же будет большой, вот эту шапку. Может быть, даже если сегодня-завтра еще получается, мы точно дома, завтра нам на прием. Не знаю, что скажут. Но как-то бы хотелось в тихий час закончить шапку. Но у меня проблемы с маникюром, ну, естественно, не выдержала такого ударного курса антибиотиков, и все начало отслаиваться. Да, это тоже проблема небольшая. Вот, поэтому хотелось бы довязать шапку. И также очень хотелось бы довязать нафталиновый топ, потому что здесь тоже совсем ерунда работа. Если бы не видео-мастер-класс, да, которое я снимаю по этим двум работам, это бы уже давно были готовые работы, потому что, ну,
здесь вообще нечего вязать. Это стало бы готовой работой буквально в течение там, сегодняшнего, не знаю, до вечера. Потому что я бы просто психанула бы, ну, словно, да, в хорошем смысле слова, и закончила это. Вот, но губить мастер-класс, когда проделана такая большая работа, особенно что касается нафталинового топа, конечно же, я не буду. И спокойненько себе подожду. А как только все закончится, больничное, в смысле, я это все закончу. Поэтому вот у меня две работы, скажем так, ждут, когда мы все выздоровеем. Вот я их сюда, в принципе, в эту корзинку могу положить. Это нафталиновый топ без одного рукава, там час работы и шапочка. Вот, отлично. Так, это постирать. Крючок еще мне пригодится. И вчера мне удалось продвинуть неплохо свитер из альпаки. Вот этот. Так, это пряжа моя. Фигурка новая альпака. Значит, я где-то смоток, наверное, связала за вчерашний день. Мне нужно было догнать спинку. Перед у меня был связан до проймы. Мне нужно было догнать спинку. И по возможности, поскольку я снимаю мастер-класс по этому изделию, мне нужно было как-то там выкроить пару минут, чтобы в видео рассказать о том, что мы переходим на круговое вязание. То есть там ничего сложного, просто вот, ну, два предложения условно, да, сказать, и можно было бы дальше вязать. И вот благодаря тому, что организм у Максима решил восстановиться неплохо за счет сна, у меня это удалось. То есть я довязала полностью в сон его спинку и отсняла вот этот кусочек про переход на круговое вязание и даже неплохо продвинулась после соединения спинки и переда. Ну, я считаю, неплохо. Тут сколько сантиметров? 5, наверное. Мне, конечно, еще вязать и вязать. Вот, и, ну что, будем вязать потиху на больничном. Здесь круговая лицевая гладь. Не знаю, на камере видно или нет переход цвета, но в жизни точно видно. Вот. То есть получается, что у меня мотки одной и той же пряжи, но из конкретно разных партий, настолько разных, что у них даже разная этикетка. То есть совпало так, что сначала была одна этикетка, потом этикетка поменялась, и вот у меня так. Но я скажу так, что я считаю, что в данном случае это вообще не важно. Я специально не подбираю. Я вот, эта пряжа лежала на дне контейнера, и я выковыривала ее в прямом смысле этого слова. Вот что доставалось со дна, чтобы все не доставать. О, идет бандит. Так, я не помню, на чем я там остановилась. В общем, специально, короче, я не запарилась насчет того, там, какие у меня мотки, да, что у меня пряжи и одной, и второй, ну, то есть из разных партий не хватило бы на полноценное изделие, то есть все равно пришлось бы смешивать. Вот, поэтому я решила не запариваться, типа, тут рукав, там, тут горловина, будут полосатые. Потом все равно в процессе носки и стирки все перемешается. И у меня еще останется пряжа, это однозначно. Ну, в целом, то есть в запасах. И я подумываю над тем, чтобы связать еще, типа, ну, что-то типа капора. Такого прям большого. Да, чтобы можно было в сочетании с этим свитером даже носить. Было бы прикольно, мне кажется. Кстати, первый свитер свой из Alize Alpaca Royal я обожаю, честное слово. Вот сейчас, когда началась зима, в этом году она началась очень рано, для нас, для Беларуси, непривычно. Вот, он меня прямо греет вовсю. Ну, вообще супер, то есть я очень довольна все-таки, что я связала, несмотря на то, что раньше никогда такие вещи не носила. Вот, и вот сейчас вяжу этот свитер и уже задумываюсь над тем, что, наверное, мне нужен будет еще один какой-то такой свитерок, но уже из чего-нибудь потоньше, да, типа джемперок какой-нибудь. Что-то типа Lana Gold Fine. У меня там есть в запасе разных цветов мотки.
Я думаю, что я что-нибудь опять смиксую. Правда, у меня там не совсем сочетаемые цвета. Два таких, по-моему, 152. Один 240, который вот сейчас лежит на перчатке. Но вот я еще подумаю. Вот, и там уже дальше такие цвета, типа серый меланж, голубой, синий. Ну, в общем, не совсем сочетаемое, но надо подумать еще. Вот, там, конечно, совсем другой метраж, поэтому 3-4 мотка получается. Ну, надо подумать. Вообще, надо подумать над тем, готова ли я на троечке вязать на себя свитер. Так, ну, получается, что здесь еще довольно много работы, 2 рукава. Вниз довязать до конца, да, и все это, конечно же, съемки. Вот, но, опять же, хочется побыстрее закончить. Я ничего нового не начинаю, только потому, что хочу позаканчивать то, что у меня сейчас есть. У меня получается очень много, ну, не очень много, но достаточно много работ, в которых совсем мало работы, как минимум 2. Плед собрать, то есть это уже посвятить... Ну, хороший, конечно, кусок времени, но получить 3 готовые работы на фоне того, что ноябрь был лысый, да. Вот, поэтому, конечно же, мне и хочется начинать новое что-то, и в то же время не хочется. Очень, очень сложно. Вот. Так. Я очень надеюсь, что у меня на этой неделе, точнее, в этом вязальном блоге будет 4 готовые работы. Плед, свитер, шапка и нафталиновый топ. Вот. Ну и, конечно же, как только я закончу топ и свитер, сразу же выйдут мастер-классы на Boosty. И очень надеюсь, что вы их еще ждете. Вот. И будете приобретать, да. Вот. Все. На сегодня по болтологии моей хватит, да. Пожалуй, планы, какие у меня на сегодня. Я хочу попробовать отснять видео о планах на вязание в декабре. Там не сильно что-то поменялось, но для меня это видео всегда важно. То есть я его даже больше для себя снимаю. Вот. А повязать обязательно свитер. И я буду совмещать его с мотивами. Буду начинать собирать все-таки плед. Даже если я там 10 мотивов соединю, я буду собирать, я показывала, да, ступеньками, то есть один мотив, потом здесь второй, третий, потом четвертый, пятый, шестой, да, 7, 8, как раз 10 мотивов, если заединю, буду счастлива. Вот, вот эта пряжа, она мягкая, но из-за болезни очень сильно посохла кожа, жутко, при том, что я всегда пью много воды, все равно, видимо, этого было недостаточно. И я вяжу, и я чувствую, что у меня руки... не такие, как раньше, мягкие, да, то есть цепляется за вот эту мягкую пушистую пряжу. Вот, поэтому иногда хочется сменить процесс только из-за того, что цепляется. Так бы я, конечно, вязала его и вязала. Вот, завтра надеюсь, что у меня удастся подключиться, да. Ну, в чем проблема? По идее, такие видео можно снимать, пробовать. Главное, чтобы у Макса было хорошее настроение. Так что отправляюсь. Наверное, сейчас уже будем укладываться спать на дневной сон. Будем рассчитывать на длинный, большой дневной сон. И что я смогу поработать. Свитер этот я всем настоятельно рекомендую попробовать для себя связать, потому что он суперский. Вот просто суперский. Я ношу первый, да, как я уже сказала, и я не могу нарадоваться ему. И даже иногда думаю, почему я раньше этого не сделала? Ну, то есть не прошлую зиму, потому что прошлой зимой я скорее бы не носила, да, еще не настолько замерзла, видимо. Вот, а в этом году уже как-то так меняется все с возрастом, наверное. И сейчас я просто вот, ну, кайфую. Мы были в понедельник на приеме, в пятницу, извиняюсь, на приеме. Я в этом свитере иду, и я понимаю, что... этот свитер меня так греет, что мне везде тепло. И в ноги, и в голову, и в руки. То есть, ну, супер вещь. Вот, я надеюсь, что этот будет такой же. Все, до завтра. До следующего включения. Итак. У меня есть... Я не знаю, на самом деле, сколько у меня есть времени. Но я решила попробовать в тихий час... отснять кусочек влога,
Получается, что покажу свои продвижения. Значит, мы сегодня были на приеме, полдня ушло на это дело. Вообще в шоке была от того, сколько времени ушло. Мы проснулись, собрались и сразу поехали в поликлинику, вернулись и легли спать. Вот так. Хорошо, что вечером никуда не надо. Можно будет и дела поделать. Так, у меня два продвижения, как я, в принципе, и рассчитывала. Первое продвижение – это свитер. Там совсем немного. Совсем немного, просто потому что я вчера взялась за мотивы, если честно, сразу. И меня это дело очень сильно увлекло. Но покажу сначала свитер. Значит, по свитеру, я не знаю, ну, ряда 4 от силы я провязала. Надо какой-то маркер, наверное, начинать вешать. Потому что так вообще ничего не понятно будет. Вот. И хотела же перейти на спицы покороче, потому что, ну, неудобно, если честно. Постоянно приходится подтягивать до рукой. А чем короче леска, тем обычно лучше. Ну, вот, смотрите, я могу смело на 60-ке вязать. Потому что это, по-моему, даже... По-моему, это даже сотка у меня стоит. Ну, то есть вместе со спицами 100 сантиметров. Ну, то есть вот сколько. Это все можно смело убирать. И вот на таких коротеньких спицах вязать будет гораздо-гораздо быстрее. Вот. Завтра Максим идет в детский сад, я надеюсь, без каких-то дополнительных последствий и чего-то еще. И я смогу уже полноценно заниматься работой. Так, это первое продвижение, совсем небольшое. Второе продвижение. Значит, я себе ставила цель соединить 10 мотивов. Я с этого и начала. Думаю, ну вот 10. Как бы было круто 10 мотивов соединить. Слушайте, но на самом деле собирается это все довольно быстро. Ну, не прям, что прям по щелчку, конечно же, но собирается это довольно быстро. И я, к сожалению, вам... Конечно, все не покажу, потому что это огромный кусок работы у меня уже проделан. Но я настолько вчера увлеклась этим процессом, я не могла себя остановить. Мы вчера, вопреки вообще, у меня есть железное правило. Отбой, война войной, да, обед и отбой всегда по расписанию. То есть дети у меня всегда ложатся спать в одно и то же время, особенно это касается младшего ребенка. Я свято верю, что здоровый сон первый залог, то есть то, что самая большая крупица в здоровой психике. Поэтому младшего сына я стабильно укладываю в одно и то же время спать, но тут ничего не могла с собой поделать, мы ушли спать почти на час позже. Но он, правда, днем поспал очень хорошо. Поэтому, короче, смотрите. Ой, это, конечно, в кадр не всунешь, но я постараюсь понять сначала, где у нас тут что. Так, я начала, ну, короче, чтобы вы понимали, здесь уже собрано 70, по-моему, 5 мотивов из 120. Значит, начала я с угла, как я и хотела, я соединяю мотивы ступеньками. И первые два мотива, вот я здесь начала, я не соединила вот эти воздушки. Почему-то мне показалось, что если я их соединю, будет слишком натянуто вот это место. Ну, в общем, я потом доделаю, потому что дальше я уже собирала нормально. Значит, начала вот с этого угла. Это такой кайф. Это такая красотища. Так. Значит, первый, потом второй, третий, да, потом четвертый, пятый, шестой. Это получается, и потом 7, 8, 9, 10, вот так. Ой, не попадаю, не влазит, уже не влазит. Ну вот, смотрите, какая. Думаю, елки-палки, время еще есть, Макс спит. То есть собираю вот такими зигзагами, и потом следующие. И у меня получается, что сразу растет плед, да. Мне не нужно будет потом проходиться как-то дополнительно горизонтально или вертикально. И ничего нигде не перетягивает никуда, отлично все. Он правильной формы. В общем, на сегодняшний день я в ширину полностью вышла. То есть у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
в ширину. Получается в высоту вот здесь 1, 2, 3 уже полных. То есть вот так. И вот следующий ряд начнется с этого квадрата. Я его присоединю и пойду вверх опять ступенечками. И у меня получается уже высота тоже вся собрана по одной стороне, да, самая широкая. И следующий вот этот диагональный ряд, он у меня уже пойдет на убывание. То есть у меня было 1, 2, 3, 4, 5 с угла, если, да? 1, 2, потом следующий ряд, 3 мотива присоединяя, потом следующий 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потом было еще 2 ряда по 10, и вот сейчас пойдет на убывание. 9, 8, 7, 6, 5, 4, до 1. Короче, не покажу вам это, конечно, я все в кадре. Он огромный, огромный. Так, я ничего не раскладывала на полу. Знаете почему? Потому что я очень хотела побыстрее его собрать. И я поняла, что на самом деле нет ничего страшного. Кстати, вот, вот видно этот мотив желтее, чем соседние. Ну, ничего страшного. Зато остатки все поуходили. Значит, я поняла, что... что не обязательно вообще это все раскладывать. Все мотивы у меня все равно плюс-минус перекликаются. Соответственно, я смотрю, когда вот, допустим, беру следующий мотив, я просто смотрю, чтобы вот эти рядышком не были прям такие же, да. Вот. И не парюсь. Вяжу, соединяю, и, в общем-то, все неплохо смотрится. То есть у меня, в принципе, как бы пока что еще и не было ни одного момента, чтобы у меня вот одинаковые мотивы рядом оказались. Что еще хочу сказать по поводу этого пледа? Вот какие мысли вчера у меня возникали. Что? Маловато. Значит, пока еще не было вот этой полной ширины и полной высоты, было непонятно. Потом, когда уже целые две стороны у меня вырисовались, да, я начала понимать, что он, конечно, большой, но он совершенно не двухспальный. То есть это плед для одного человека, и все. Возможно, этот плед, ну, не знаю, посмотрим. Короче, у меня ребенок старший переезжает в следующем месяце, будет жить отдельно от нас, едет на оздоровление, и я не знаю, как там условия, вообще ничего не знаю. Поэтому, если вдруг там будет холодно, то этот плед поедет вместе с ним. Я думаю, что это будет супер вещь там для него дополнительная. Душегреечка такая. Ну, то есть, в принципе, вязать это, конечно, гораздо дольше, чем собирать. 75 мотивов. 75. И по расходу пряжи, да, вот это все мотивы, которые мне осталось соединить, по расходу пряжи именно на сборку. У меня ушел тот маленький клубочек, я взяла новый моток, и вот он, конечно, уже похудевший, наверное, здесь еще грамм 60, то есть грамм 40 ушло. В общем, на сборку мне точно одного мотка хватит. По поводу обработки, что решила, что я однозначно обвяжу одним рядом, скорее всего, пока что, думаю, столбиков без накида. Если вдруг форма, сейчас, секунду, а может быть и с накидом. То есть тут основная проблема в том, что вот эти места, сейчас, секунду, они и не могут быть ровные, да, ну прям, чтобы вот под линеечку. То есть надо бы, конечно, обвязать буквально вот из серии столбик, может быть, сначала с накидом, а потом без накида. Может быть, так будет, да? Ну, короче, до обвязки еще я не дошла. Я еще подумала в процессе. То есть я просто начну вязать, провяжу какой-то там, не знаю, ну, два мотива, да, из серии. Посмотрю, как это смотрится. Обычно это сразу понятно, да, что это получится. И тогда уже буду решать. Вот, я так рада. Я переживала, что это займет у меня кучу времени. Хотя, когда мы еще вот до больничного, да,
я собиралась собирать плед. Я реально, у меня был такой типа план: в субботу собираю плед, в воскресенье заканчиваю там следующий процесс, да, или там что-то другое начинаю вязать. Вот, короче, супер, я довольна. Я потом обязательно вам покажу как-нибудь целиком его, да. Так, планы на сегодня. Значит, пока мы еще сегодня дома, соответственно, я могу заниматься только теми процессами, которые не нужно снимать. А это плед. Я его сегодня буду собирать до победы. Насколько у меня, кстати, смотрите, остался от малюсенького того клубочка. Вот такой еще. Ну, что тут? Я не знаю. Тут совсем мало. И я, когда приду к концу, там, где у меня уже будут два мотива, там, три мотива, я это туда израсходую. Зачем выбрасывать? Тут, наверное, еще метров пять пряжи. Почему бы и нет? Да, все в дело. Вот, значит, я хочу до сегодня дособирать полностью плед. Я сейчас прямо этим и займусь. И когда я это дело дособираю, в оставшееся свободное время я буду вязать свитер. Я сегодня утром отсняла видео о планах на вязание в декабре. Поэтому будем работать. Вот, так что снова два процесса, только буду двигать. Ну, может быть, что-то еще начну. Я, в принципе, могу начинать носки. Для Данилы тоже мне надо ему носочков подвязать к отъезду, чтобы были. Не обязательно прям вот все сразу, да. То есть я могу, в принципе, навязывать потихоньку и потом отвозить. Все равно буду навещать. Не знаю, пока еще не знаю, но думаю, да, что каждые две недели. Потому что нужно будет ездить, забирать одежду, менять на чистую. Там нету такой возможности постирать на месте. Вот. Короче, такие дела. Процесс по сборке пледа пошел, так пошел, да? Вот вам и план соединить 10 мотивов. По итогу 75. Так, ладно, пусть мой ребенок спит, набирается сил после болезни. Я отправляюсь работать. Завтра обязательно подключусь уже с нормальным маникюром. Завтра мне на маникюр. Таймер включился. И приеду с маникюра, покажу свои продвижения. Очень надеюсь, что это будет полностью собранные все мотивы, ну и немножко свитера. Вот. Так что до завтра. Так, всем привет. Сегодня у нас уже... Подождите. И тут до меня дошло. Во! Что что-то не то. Значит, отлично. Все, думаю, что не так? Почему так желто? Короче, сегодня у нас уже среда. Я вчера не снимала вязальный блок. Я потом занималась до этого целый день, целый вечер, точнее, пледом. Нет, целый день вечером я пекла блины. Вот, и получается, что, ну, как бы, плед большой, в кадр не влазит, особо продвижения, как бы, и не покажешь. Махать этим огромным полотном тут по кусочкам в кадре тоже, как бы, не вижу смысла. Поэтому решила уже доделаю до конца, и когда что-то еще подключится в работу, тогда уже и подключусь. Ну, то есть, по сути дела, не так много времени прошло. Продвижение сегодня буду показывать вам за два дня. Так, сейчас притащу плед. Я говорила, что я постараюсь вам показать его в конце вязального блога целиком. Поэтому я его сложила. Вот. Сколько слоев. Значит, я его полностью собрала. По работе здесь осталось что? Обвязать. Я, кстати, не знаю, вот на камере шибко бросается в глаза или нет, что вот этот мотив, основной цвет здесь... желтее, то есть в основном цвет, по-моему, уже я забываю постоянно. Ну, допустим, 0,1, да, и где-то попадаются остатки 62-го цвета, и вот я их тоже сюда приспособила. Короче, тут все шикарное в этом пледе. Нужно сесть и сделать обвязку, потому что вот такой неровный край. Плюс в процессе обвязки уйдет очень много кончиков, в том числе кончики, которые от
самого мотива, да, то есть нить, когда обрезала, я при сборке старалась крайние мотивы все развернуть вот этим крайним кончиком именно сюда, где будет обвязка. Значит, я возьму крючок, ну, что я решила, да, я возьму крючок и, скорее всего, я обвяжу первый ряд основным цветом столбиками с накидом, а потом я посмотрю, насколько этот один ряд справится со своей задачей выравнивания. По идее, как бы столбики с накидом, но они повыше, да, не такие плотные, должны неплохо справиться. Потом, если я вдруг и тут мне пришло в голову идти. Значит, если вдруг мне захочется, ну, пока что думаю, что захочется, следующий ряд я выполню цветной, да, то есть как, каким-нибудь цветом. Я думала, что я возьму моточек типа какого-нибудь там синего, а сейчас я сижу, думаю, а я же могу опять взять вот эти остатки, которые остались. Нет, там еще осталось немножко серого, немножко зеленого. Но я подумала, готова ли я еще с кончиками возиться или нет. Значит, еще ряд столбиков получается цветных. И потом, наверное, будет, ну, допустим, два ряда столбиков без накида для того, чтобы закрепить вот эту форму, да, чтобы он уже не плавал у меня. Ну и потом кончики. Тут кончиков многовато. Но вот смотрите, значит, в основном вот эти кончики, вот эти, можно срезать. Можно, конечно, их еще протянуть. Но это надо сесть в какой-то выходной день, включить какой-нибудь классный фильм, да, и заняться этим делом. То есть я старалась в процессе вязания мотива большинство кончиков все-таки прятать сразу. Да, очень удобно. Я, конечно, перестроилась. Мне нужно будет вот этот кончик по кругу тут запустить, да, в каждом мотиве. И вот эти, которые от обрезания нити основного цвета в конце. А так, в основном, это все я срезала. Основной цвет в процессе вязания мотива я не обрезала, поэтому, ну вот, зеленый, допустим, можно смело просто тупо обрезать. И честно скажу вам, что я не собираюсь резать под ноль, то есть меня не сильно это волнует, что тут с этой стороны будут изнаночные какие-то прям там кончики, ну и бог с ним. Писали мне в комментариях, выпускала отчет по совместному проекту «Пора надеть», потому что этот процесс у меня участвовал. Писали в комментариях, что там кто-то из рукодельниц, да, на изнаночную сторону подшивал ткани. У меня такая мысль была, но я вам честно скажу. Во-первых, я не хочу вот это вот, да, когда он будет как пододеяльник расслаиваться. Сидеть еще дополнительно стягать тоже не хочу. То есть, в целом, просто не хочу еще больше этим заниматься. Хочу закончить и посвятить время другим процессам. Может быть, потом, попозже, я этим и займусь, потому что ничего мне не мешает заняться этим вопросом, да, типа подшить подклад как-то там спустя какое-то время. Посмотрим, в общем, как это будет эксплуатироваться. Если нужно будет, да, то в любой момент можно это все сделать. Вот, у меня, правда, нет швейной машины сейчас. Так бы, конечно, было проще гораздо, но, в общем, что имеем. Этим пледом я безумно довольна. Он огромный, тяжеленький. Вчера отдала Даниле накрыться. Он говорит, ну, типа, прикольно. Вот. Ну, в общем, я очень им довольна. Он получился класснючий. Скажу честно, что как только у меня насобирается еще остатков, я обязательно займусь и свяжу еще один. Может быть, даже не буду ждать остатков. Может быть, в какой-нибудь там из, не знаю, посылочек, да, из пряжи Су возьму просто пряжу. Ну, может быть, уже в этот раз, в следующий раз не так ярко, да, то есть не столько цветов, потому что я не знаю, сколько здесь цветов замешано. А, допустим, взять основной цвет, да, и, ну, к примеру, там, три цвета каких-нибудь нежненьких и замутить Максу тоже плед. Ну, вот не знаю, насколько вообще он ему нужен. Посмотрим, короче, посмотрим, не знаю.
Так, это практически готовая работа. Ой, куда ж тебя положить-то? Но с кончиками еще придется повозиться. С обвязкой и с кончиками. Так, и второе продвижение. Тоже потихонечку движется к финишу. Так, где тут спирит? Это свитер. Я говорила, что он у меня станет на этой неделе приоритетным. Я его хочу закончить полностью. Я переставила спицы, как и хотела, на меньший размер, да, ну вот, видно эту границу. Ну, честно скажу, и мне без разницы совершенно. То есть, ну, эта граница, она все равно бы была. Пряжа лежит уже столько лет, она просто просила: свяжи из меня что-нибудь. Я расцениваю это не как разницу в номере партии. Пусть это будет как будто бы это просто два похожих оттенка, типа у меня полосатый джемпер. Вообще меня это не колышет в этот раз. То есть бывает ситуация, когда действительно смотришь и режет глаз. Мне не режет. Ну, если режет кому-то, ну, блин, что сказать. Носите мне, не переживайте. А меня не беспокоит так. Значит, я неплохо продвинулась на самом деле. Если говорить по расходу пряжи, то я извязала 1,5 мотка от проймы, опустилась вот на столечко, то есть очень даже неплохо. Сколько тут у нас сантиметров? Ух ты, ничего себе, 24. Ну, я где-то и предполагала, ну, то есть 23,5. Так и предполагала, что вот еще, наверное, моток и резинка. Мне, конечно, надо еще пересчитать ряды, я не считала пока. Ну, допустим, если... Сколько вообще тут вот еще? Так неудобно мерить, конечно, когда коротенькие спицы, но зато удобно вязать. Вот сразу как пошел процесс, да? От плеча. Ух ты, 51. Слушайте, а так мне там немного осталось. То есть это где-то еще 15-16 сантиметров до закрытия. Короче, план какой? Я хочу сегодня длину закончить. У меня, правда, есть небольшое... скажем так, сегодня дельце, собаку повезу к ветеринару. Боюсь, что займет очень много времени и сил. Но до этого момента вот я сейчас буду опять продолжать вязать вниз. И было бы неплохо мне сегодня снять этот переход, да, на резинку, на разделение пополам. Короче, вот, ну, все, что вниз касается. И тогда, по идее, вечером можно садиться вязать рукав первый. Ну и тогда завтра. Завтра я веду детей в поликлинику. День, неделя, короче, вся опять в делах, в разъездах. По возвращению потом. Надеюсь, что мне удастся обратно Максима в детский сад отправить, да? По возвращению потом, короче, прийти и начать снимать мастер-класс по рукавам. И как бы так, ну, плюс-минус все успевается. Вот. Так что вот такие дела. Процесс движется. Будет у меня еще один свитерок. Я потом, наверное, на зимних каникулах начну вязать себе еще один свитер из Lana Gold. Но пока что, если честно, нет никакой интересной идеи. Есть пряжа такая коричневая, да? Да. Есть альпака светлая. Но вот я еще пока не решила, какую я хочу. Нету идеи, то есть, ну, лицевую гладь, ну, да, как бы свитер, но вот бы что-нибудь бы придумать интересненькое. Короче, посмотрим. Так, значит, планы на сегодня я озвучила. Основной упор на свитер. Конечно, очень хочется что-нибудь начать еще новое, но в то же время я понимаю, что если мне не разбрасываться, да, то у меня, ну, на этой неделе я реально могу много успеть, да, и закончить и свитер, и плед, и шапку детскую, и нафталиновый топ, и еще и повышивать, по идее, успеваю, и поработать с пайетками, с джемпером, и тогда у меня будет просто
реально большой кусок работы проделан по текущим процессам. И тогда уже на следующей неделе я с чистой совестью могу начинать хоть все сразу из-за того, что у меня запланировано, потому что там очень много мелочи. Вот. Можно будет распроцесситься, жду не дождусь. А если я сейчас дам себе волю, да, что мне, конечно, ничего не мешает, то тогда вот это у меня все затянется. Ну, вот это, конечно, нет, но вот те процессы, которые там... Короче, надо все заканчивать, все уже давно подгорает. Тафталиновый топ там, ерунда работы, шапка, макушка здесь, мастер-класс выпустить, плед тоже обвязать, да и забыла. Вот, так что не буду пока себе ничего разрешать, буду вязать то, что есть. По пряже я, честно скажу вам, я сбилась с счета, но по идее здесь 5 мотков, потому что вроде как я доставала 10, и вот у меня лежит еще 3. Вот видите, старая партия, она темнее. 4, 5 образцы и малюсенький клубочек. Вот. Это мне тут родственники помогали. Когда папа приезжал, я с собой постоянно носила эту корзину. По возможности вязала. И, короче, однажды пришла моя тетя и говорит, хочешь, я тебе помотаю? Естественно. Вот, поэтому она меня намотала. Я сейчас сижу и получаю удовольствие от того, что у меня все перемотано. Как бы, по идее, да, то есть, может быть, даже вот этот моток мне и не пригодится больше. Смотрите, здесь 4 мотка. Это 600 метров. Да? Да. И вот тут еще маленький кутасик, допустим, 600 метров. Вниз еще моток 100% плюс резинка. Пусть это вместе будет там 220. И обычно 200 метров входит у меня максимум на рукава. Поэтому, по идее, как бы вот этих 4 мне мотков и хватит. Да, а этот уже потом я на какую-нибудь капру пущу. Ну, там же у меня еще есть такая-то пряжа в наличии, поэтому, по идее, все будет хорошо. Вот. Ну что, на этом пока что все. Завтра подключусь, покажу вам свое продвижение, расскажу, как прошел мой рабочий день. Так, всем приветы, приветы. Сегодня у нас пятница. Вчера снова не подключалась. А на самом деле, что-то в последнее время, когда я продвигаю всего один процесс и... Ну, серии там продвинуть там рука в длину, да. Почему-то не хочется потом подключаться, кажется, что нечего рассказать. Но вот я сама по себе даже помню, да, что раньше я к этому относилась гораздо проще. Как бы, ну, и продвижение же есть, но я же вяжу вот сейчас конкретно просто один процесс. Так, я вчера, конечно, могла гораздо больше связать, но... Не, вообще свитер продвинулся хорошо. Если с условием, что я с позавчерашнего дня не снимала, то вот на текущий момент у меня связано полностью тело. Я немножко неправильно рассчитала. Не в плане... В общем, не на ту плотность посмотрела. Посмотрела на плотность по первому свитеру, а пряжа совсем другая. Ну, в общем, на мастер-класс это никак не влияет, но... На длину моего свитера немножко, конечно, повлияло. Ну ладно, я решила, честно говоря, не распускать, оставить все как есть. И вот сейчас, конкретно сейчас, я вяжу, уже заканчиваю первую резинку. Это у меня, по-моему, это спинка. Вот, это у меня сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в 13 ряду я... резинку уже закрою. И получается, что мне нужно будет провязать резинку попереду, соответственно, связать 2 рукава. Вот сегодня пятница. Я, конечно, хотела совсем другое делать, но сейчас уже понимаю, что в любом случае сначала свитер я закончу, а потом уже буду заниматься нафталиновым топом и шапочкой. Вот, очень хотела, чтобы у меня сегодня... забрали ребенка, чтобы у меня получилось побольше времени свободного. Все-таки длительно больничный. И столько выходных выпало из работы. Ну, понятное дело, что да, финансово, да, я прям сейчас, ну так, подрастратилась и ничего не заработала, пока болели. Вот, ну, в общем, понимания я не дождалась, пожалуюсь немножко. И, ну, как есть. Будем крутиться, что ж поделаешь. Значит,
больше ничего не двигалось. Планы на сегодня. Сейчас я хочу разобраться сразу с резинкой. И, наверное, посмотрю, сколько будет ремни. Я хочу, мне бы хотелось успеть снять мастер-класс по рукаву сегодня, чтобы я, допустим, к утру могла закончить второй рукав и завтра выпустить мастер-класс уже и в продажу, и для подписчиков. То есть к выходу вязального влога, чтобы у меня мастер-класс уже был на Бусти. Но в то же время мне еще очень хочется закончить нафталиновый топ, а там тоже снимать. И вот я думаю, успею я это все сделать или нет. Вот если бы у меня сегодня ребенка забрали, младшего, я бы потратила бы ночь, и все бы это успела. Сижу сейчас, понимаю, что просто сама с собой разговариваю. Ну, что поделаешь. Так, ладно. Никаких других продвижений у меня нет. Очень рассчитываю, что я еще и с вышивкой на этих выходных успею поработать. Но пока как есть, да. То есть, по факту, я всю неделю вот со вторника, как мы вышли. Вчера, правда, полдня было, даже больше, чем полдня было потрачено на то, чтобы доделать другие дела. У меня старший ребенок еще на больничном с острым бронхитом. Вот, поэтому тоже много забот с этим делом. Короче, пока мы полностью не выздоровеем, видимо, будет пока что так. Вот. Ну ничего, следующая неделя уже однозначно я буду начинать новые процессы. Я уже прямо в предвкушении и сижу и просто даже не могу определиться, с чего же я начну. Наверное, со всего одновременно. Так что немножко осталось потерпеть. И мне, и вам все это позаканчивать и начинать новые процессы. Пойду работать. Надеюсь, все-таки я хорошо сегодня продвинусь. И завтра похвастаюсь вам, ну, хотя бы одной готовой работы. Так, всем привет. Сегодня у нас уже, боже мой, 17 декабря. Такой большой разрыв между двумя кусочками, да, то есть между предыдущим и вот заключительным. В общем, я не знаю, что происходит. Я уже ничему, наверное, не удивлюсь, но мы тут снова болеем, ничего не поделаешь. Нужно с этим как-то смириться, но я очень хочу выпустить вязальный влог, который я смонтировала еще в начале недели, по-моему, в понедельник. Если даже не в воскресенье, то есть он у меня уже неделю лежит без заключительной части. Я почему не могла никак снять? Потому что я хотела сесть лицом в кадр, показать на себе свитер. Но на текущий момент пока что такой возможности у меня не представляется. Поэтому я вам сегодня покажу. На столе две готовые свои работы за вязальный влог, который вот до этого был, да, потому что продвижение уже текущей недели я в другом видео буду показывать. Ну, в общем, надо как-то выпускать, да, видео, поэтому, ну, как есть. Значит, получается, что у меня за вот эту неделю, которую вы смотрели в этом вязальном влоге, готовы две работы. За исключением того, что еще нужно спрятать кончики в обеих работах, но я займусь этим, скорее всего, на следующей неделе, уже по чуть-чуть буду среди недели прятать, да. Никак у нас не получается выздороветь, и, к сожалению, чем дальше мы болеем, тем больше занимает это сил и времени. Лично у меня, конечно же, я нервничаю из-за того, что мы болеем, хотя себя пытаюсь успокаивать, но уже не получается. Уже не получается, я одна, скажем так, кормилец семьи. И, конечно же, когда дети дома на больничном, ну, в общем, вы понимаете, да, о чем речь. Итак, готовые работы. Значит, мы начнем со свитера, потому что на него уже вышел мастер-класс, его уже можно приобрести. Он вышел еще, по-моему, в понедельник, и все это время он доступен по скидке и до понедельника включительно, но я думаю, что с понедельника я все-таки уже устрою новогоднюю распродажу в описании, и тогда на свитер все еще будет действовать, на мастер-класс, да, по свитеру все еще будет действовать сниженная цена. Мой свитер, к сожалению, еще не постиран, но и вы помните, да, что у меня есть разница по оттенком пряжи, потому что разные партии. Но вообще этим свитером я тоже очень довольна.
не меньше, чем первым. Он, по сути дела, точно такой же, но тактильно немножечко отличается, потому что эта пряжа мягче, гораздо мягче. Всё-таки Ализе Альпака Ройл, он такой, вроде и там альпака. В Ализе альпака такая, ну, колючеватая. И не могу сказать, что это плохо или хуже. Тот свитер действительно очень классно греет. Я его, ну, почти каждый день тягаю. За редким там исключением, когда, ну, температура не такая уж низкая, да, чтобы прямо свитер одевать. Вот. Уже планирую на этих выходных первую его стирку, ну, потому что у меня уже есть на замену, если что, второй. Там у нас на понедельник какая-то жуткая морозяка. Вот у меня уже будет повод напялить новый свитерок. Так-то получается по способу вязания все то же самое, да, с этим свитером. Вот. По расходу получилось, что у меня ушло неполных 9 мотков. У меня, напомню, моточки по 50 грамм, в каждом мотке 150 метров. Получается, что... Сейчас я вам скажу. Ушло у меня, наверное, даже 8, там с небольшим хвостиком. 150 умножить, допустим, на 8. Ну, пусть с половиной, 1230 метров. А в Альпаке Ройл 250 метров на 100 грамм. 5 мотков у меня там ушло. Ну, то есть, получается, то на то и получилось, да? По метражу, ну, почти один в один. Вот такие хорошенькие рукавчики. Короче, я очень довольна. Я могу его хвалить бесконечно. Оставлю вам сегодня прямую ссылку на этот мастер-класс первой строкой, да, потому что я, во-первых, знаю, что многие ждали, но не было возможности вот сообщить о том, что мастер-класс готов. Сегодня я хочу этот свитер постирать. У меня сегодня такой немножечко свободный день, но мне нужно очень много материала отснять, пока есть такая возможность. Поэтому надо, не знаю, наверное, ночью буду стирать все это дело. Попробую постирать в машинке на деликатной стирке. Совсем не хочу возиться руками стирать. В общем, ну, думаю, что ничего с ним не произойдет. Если с Альпака Ройл я как бы вообще там ни в чем не сомневаюсь, потому что у меня из Ализе есть, из Ализе Альпака Ройл, да, есть кардиган. Там, правда, твидовая пряжа, но не столь важно. И его я стираю в машинке. Свитер я тоже буду стирать в машинке. И, в общем, и с этим я тоже ничего, надеюсь, не произойдет. Тут, конечно, немножко другой состав. Но надеюсь, что это незначительно. Так, это получается... Забыла вам рассказать. У меня в комментариях спрашивали, на какой это размер. Ну, у меня сейчас где-то 58. Да? Вот здесь ширина свитера даже не улазит. Самое широкое место, да, вот ширина свитера 70 сантиметров. То есть, получается, в обхвате 140 мне максимально комфортно. Единственное, что, конечно же, в верхнюю одежду, когда одеваю под пуховик, ну, не могу сказать, что я там не могу шевелиться, но есть разница между тем, чтобы одеть джемпер, да, какой-нибудь, не закрепила фотофон, и он теперь будет ползать вместе с изделиями. В общем, есть разница напялить футболку под пуховик или объемный свитер. Вот, короче, такие дела. Безумно довольна тем, что закончила этот проект. Кстати, в этом месяце наконец-то начала записывать готовые работы, потому что у меня есть большой пробел между апрелем и декабрем. Я ничего не записывала. А очень жаль, потому что я даже не могу в памяти восстановить точно, что когда заканчивала, очень хочется это сделать, чтобы отснять видео о готовых работах. Чтобы ничего не придумывать и ничего не пропустить. Так, ну, в общем, по свитеру вы поняли, да? Ссылочка на мастер-класс есть в инфобоксе. Пока что нет возможности отфотографировать на себе. Есть у меня немножечко проблемы со здоровьем, которые, ну, не знаю. Наверное, скажу, немного меня стесняют, да? Так, вот такой он объемный, пушистый, класснючий свитерок. Так, и вторая готовая работа за прошедший вязальный блок. Это мой плед из бабушкиных квадратов. Наверное, уже покажу вам его целиком. Наверное, я уже покажу его, может быть, в видео о готовых работах. Но вот не получается, да, сесть и отснять. Он огромный, толстенный.
и, конечно же, нелегкие. Значит, у меня получается здесь 8 сложений, да, я сложила вот 8 сложений, в общем, чтобы хоть как-то его впихать. Он у меня пока что висит, мы им не пользуемся, пока что. Ну вот сегодня, наверное, уже отдам, а кончики буду прятать потихоньку. По поводу обвязки, значит, я обвязала плед всего одним рядом. Не могу сказать, что этот ряд прям как-то прям четко выровнял край, нет. Все-таки есть такая вот, ну, немножечко волна, но почему я не стала дальше вязать? Потому что расход у обвязки какой-то просто космический, да. То есть я, у меня оставалось больше, чем полтора моткала на голод основного цвета. И после обвязывания, в общем, на один ряд столбиков с одним накидом у меня ушло порядка 80 с чем-то там грамм. То есть получается, что тот клубочек, который у меня остался, мне его не хватает на еще один ряд обвязки. Ну и поэтому я не вижу смысла в обвязывании цветным цветом, да, то есть каким-нибудь там любым, в принципе. Не хочу, чтобы заканчивалось цветным, да, а на еще один ряд молочного цвета мне уже точно не хватает. Покупать еще один моток или заказывать, ждать тоже не хочу. Хочу, чтобы это наконец-то стало готовой работой, поэтому оставлю как есть. Пока обвязывала, старалась в этот край прятать максимальное количество кончиков. То есть вот эти все кончики, которые тут от конца ряда сшивания, они уже все запрятаны. Ну или практически все. Остались... Ну, тут, конечно, еще много работы по кончикам. Цветные почти все буду срезать почти под ноль. А молочного цвета буду прятать постепенно. Мне это нужно сделать за декабрь. Поэтому далеко не буду откладывать. Наверное, положу его в зале. Там, где я обычно провожу вечера, да, с Максом. И где-нибудь, пока он будет играть в своей машинке, буду крючком потихоньку подпрятывать. Помаленечку, по чуть-чуть, знаете, пока вот, чтобы не сильно надоедало. Не хочу, чтобы надоело. И будет у меня плед готов. Пока еще не взвешивала. Ну, приблизительно 2400 у меня ушло. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. Честно, трудно сказать. Но пледом я очень довольна. И захотелось еще один. Не знаю, у меня там... Надо перебирать запасы шерсти, полушерсти, вообще есть ли у меня именно в остатках пряжа, да, на еще один плед, но уже поменьше, максимум получается, да, на кроватку. Ну вот не знаю, и не хочется вязать прямо такое же, да, хочется чего-нибудь такое уже, ну, скажем так, слегка позамудреннее. У меня есть две идеи. Одна очень прикольная, такая необычная, но немножко останавливает тот момент, что там не так удобно будет соединять мотивы. И есть еще одна идея, там уже не мотивы, но тоже как бы приближенная к тематике бабушкиного квадрата, и тоже можно извязывать остатки. И вот я думаю, что может быть мастер-класс какой-то я уже по следующему пледу запилю. Туда все всуну, и бабушкин квадрат, и соединение мотивов, и то, что буду вязать второй раз. Если у меня остатков не насобирается, то тогда эта идея просто подождет до следующего момента сотрудничества, да, с интернет-магазином пряжи, и уже тогда я просто закажу пряжу конкретно на плед в тех цветах, в которых я захочу. Вот. В общем-то, в принципе, эта неделя была довольно продуктивная. Я практически полностью связала свитер, да, и соединила плед, все мотивы, и обвязала их. Сказать, что это ничего, это не скажешь, две готовые большие работы, конечно же, я этому очень-очень рада. Следующая неделя обещает быть в первую очередь интересной для меня, потому что я буду начинать новый процесс, при том... в том количестве, в котором я захочу. Хочу начать практически все, что у меня запланировано на декабрь. Планы свои я озвучивала в видео о планах на вязание в декабре. У меня там очень много мелочевки, носочки, перчатки, шапочки. Реально есть желание начать все, абсолютно все, и даже джемпер casual. Вот, но, конечно, все постепенно, да.
чтобы я могла что-то по ходу довязывать и потом начинать. Но желание начать все и сразу. Так, ну, в общем-то, вот такой вязальный влог. Еще раз напомню, что ссылочка на мастер-класс по свитеру первой строкой в инфобоксе. Заглядывайте. Кстати, вы можете подписаться на Boosty как наблюдатель, то есть с вас ничего не будет списываться, это абсолютно бесплатная подписка, но вам будут приходить уведомления о всех событиях, которые происходят у меня на площадке Boosty. Ну и, соответственно, если вы подписываетесь как платный подписчик, вам тоже приходят уведомления, плюс автоматически становятся доступны материалы, которые я выкладываю. Кстати, свитер в том числе доступен и подписчикам всех уровней подписки уже. Вот. Такие дела. На этом у меня все. Огромное спасибо вам за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Увидимся с вами в новых роликах, на новых встреч. И всем пока-пока.